Можно мы с ним потом поужинаем? Ну, пожалуйста, мам. К 7 вернемся. Ага, вернемся. Ладно, к 7. Зарита, не дрейф, скажи пока. Пока, мам. Пока, мам. А кто у нас новый тренер детской команды? Бывший муж Стейси, футболист. Хотя бы 5-10 минут в день тренируйте пасы с братишкой или сестренкой, да? У меня была сестренка, но она умерла. Джордж Драйер, ты великий, великий игрок. Драйер наносит удар. Был профессиональным игроком. Чем теперь занимаешься после карьеры? А теперь предлагаю обсудить пенальти на последней секунде. Вас беспокоит из банка. Если Джордж Драйер больше недоступен по этому номеру, нажмите 1. Если Джордж Драйер скончался, нажмите 2. Ты думала о том, как все могло пойти, если бы я не облажался? Я все время об этом думала. Ты лучшее, что было в моей жизни, Джордж. От режиссера фильма «В погоне за счастьем». Ты знаешь, что мама выходит замуж? Да. Майк неплохой парень. Просто знай, что я не буду называть его папой. Привет, я Деннис. Мы встречались раньше? Не припоминаю. Вы диктор со спортивного канала? В прошлом. Я думаю, мы должны начать освещать футбол. Меня пригласили попробоваться футбольным комментатором. Пап, не уходи, пожалуйста. Мы покажем им все, на что способны. Порвем этих девчонок! Порвем этих девчонок! Пап, мы с мамой в игровой зал поедем. Ты с нами? Когда получаешь второй шанс... Ты понравился каналу. Молодец, Джордж. Я не могу. У меня растет сын, которому нужен настоящий отец. Не упускай его. Если я уеду на эти 2 недели, я снова все упущу. Вот что значит взаимопонимание. Кажется, это вовсе не жених. Джерард Батлер, Джессика Бил, Ума Турман, Кэтрин Зета-Джонс и Деннис Куэйд. Ставлю 100 баксов, что не собьешь. Справишься с этой лошадкой? Ё, можно? Круто! Круто! Только маме не говори. Мужчина на расхват.